Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать такой новый ритуал, который называется «Внутреннее выгорание» или «Перегорание изнутри». Очень часто у вас в жизни много разных проблем, и вы начинаете нервничать, или вы себя клюете изнутри. Вот почему я такой, почему я такая, у всех хорошо, у меня не так. У всех хорошо, у меня вообще никак, да? И одно и то же постоянно. Вы нервничаете внутренне, даже можете не замечать. У кого-то повышается давление от такого внутреннего своего диалога, монолога, диалога. Или вы с кем-то внутри ругаетесь, или вы самостоятельно сами себе что-то накручиваете. И получается, вы себя обесточиваете изнутри. Или наоборот, вы чувствуете, как будто бы внутри все горит. Вот я же готова к новым свершениям, а в жизни не получается. Очень часто вы себя обесточиваете. Либо кто-то делает так, чтобы вы себя клевали изнутри, то есть чтобы вы варили сами в себе. Я хочу сегодня сделать вот такой ритуал, чтобы восстановить вас изнутри, хотя бы попытаться это сделать, потому что вы очень разные все. И, конечно же, восприимчивость у вас разная, энергетика у вас разная. Во всех моих ритуалах работает энергия. Я вам просто помогаю, высшие силы вам помогают через меня. Я хочу сейчас вам сделать такой ритуал внутреннее равновесие, уравновесить ваше внутреннее состояние внутри, чтобы у вас была гармония или такое внутреннее приятное состояние, чтобы ушла внутренняя нервозность или даже какие-то нервное состояние или депрессивные, или такие, когда у вас горячая голова или когда у вас все горит внутри, вы можете даже чувствовать, вам жарко изнутри или вам просто вообще никак внутри, да? То есть сейчас я просто буду с вами работать, вы просто смотрите. Потому что вот это вот внутреннее перегорание влияет на вашу жизнь, конечно, на ваши. Потом вы чувствуете себя обесточенными, вроде бы как бы все нормально, а у вас нет сил, потому что вы внутри перегорели. Я работаю с вами, энергию для своих ритуалов я беру из пространства, друзья, я работаю с верхним миром. Вы просто смотрите и восстанавливаетесь. Внутренние блокировки у многих из вас есть. В разных чакрах, в разных органах есть. А у кого-то болезнь, все горит внутри, у кого-то болезнь. Друзья, не ко всем относится, не принимайте информацию, если этого не ваше. Сейчас я работаю с вами. Вы просто присутствуете.
Я работаю. Движение, да, вы можете чувствовать внутри движение, снаружи движение, потому что мы в потоке энергетическом, друзья. А у кого-то сердце устало страдать, потому что вы настрадались, намучились, хочется сказать. Вот такое ощущение, как будто бы страдание. Вы уже просто, у вас нет сил. Надо подниматься. Надо двигаться дальше. Поэтому я вам провожу такие ритуалы, друзья. Даю вам помощь. Работаю с вами, не волнуйтесь, я здесь. Все движется, энергии меняются. Тяжелые грязные энергии уходят. На место грязных, тяжелых энергий приходят легкие, светлые, оздоровительные, очистительные такие энергии, живая энергия, созидательная энергия оздоровления, восстановления. Так, энергия меняется, да, вы чувствуете наполнение, уже у кого-то идет наполнение, у кого-то просто легкость.
Боли проходят, даже если еще боли все не ушли, через какое-то время после окончания ритуала боли проходят или уже прошли, да? Болевые ощущения какие-то, тяжесть уходит. Такое ощущение, как будто бы может быть легкость или наполнение изнутри, такое приятное. Если недостаточно вам одного просмотра ритуала, посмотрите два раза. Посмотрите другие видео. Потому что все мои ритуалы работают с первой секунды просмотра, но просто вы разные, поэтому многим нужно разное количество просмотров. Задаете один и тот же вопрос всегда кто-то. Сколько раз смотреть мои ритуалы? Друзья, не рекомендую. Не даю четких указаний, сколько раз смотреть. К луне мы не привязываемся, смотрите каждый день. Чиститься можно каждый день, наполняться энергией можно каждый день. Количество раз, сколько хотите, столько и смотрите. Если вам комфортно, нравится, да, пожалуйста, пользуйтесь, смотрите. Комментарии пишите, я читаю. Благодарю вас всех за все. За подписку на канал, за комментарии, за донаты, за лайки, за помощь в развитии каналу, за благодарности мне как мастеру за проделанную работу. Благодарю вас тоже за все. Если вам нужна моя помощь, пишите только смс, не звоните мне, пожалуйста. Пишите WhatsApp, Viber, Telegram. Номер телефона у меня один и тот же. Высшие силы вам дают помощь через меня. Запись на консультацию в WhatsApp, Viber, Telegram, SMS. Консультации мои платные. На консультациях мы разбираем ваши проблемы, лично ваши проблемы. А я хочу сейчас завершить ритуал. Энергетика уже проработала. Я благодарна вам за все. Высшие силы вам помогают через меня. Высшие силы за вами наблюдают, если вы нашли меня и мой канал, мои видео. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья!